Киеве, у них было давление, представляете, президента, вы верите, она держалась до последнего, она двое суток не спала. Мы двое суток были в Киеве, мы обходили все двери. Человек не спал, наши, она мать, нас выслушали, нам помогли. Но человек просто, мы уже настолько, как говорится, как бы сказать, мы устали, но мы держим из последних сил, особенно матеря. Наши дети тоже держатся из последних сил. Батальон насчитывал 520 человек, их осталось 270. Они воюют за себя и за того парня, и за нас, которые здесь. Они звонят каждый день, и все просят, помогите им отдохнуть. Только отдохнуть, мы будем дальше служить Родине, и все. Но они уже эмоционально и физически, морально истощены. Просим их вернуть домой. На время. На ротацию.